Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сейчас время 3:30 ночи. Мы сейчас будем отправляться в Памуккале. Кто был в Турции или собирается в Турцию, обязательно посетите это восьмое чудо света. Вот мы стоим на фоне отеля. Отель Карелта Бич. Это поселок Бельдиби. С нами еще едут 4 человека, и мы ждем автобус. Вот такой сухой паёк нам дали в автобус. Давайте посмотрим, что внутри. Я сижу, жую колбаску. Я уже съела кусочек сыра. Здесь огурчик, булочка, помидорчик, апельсин и яблоко. Привезли нас в торговый центр. Вот такие книжечки можно приобрести, карты. Вот мы купили вот такой магнитик Памуккале. $1 стоит. Настоящий кофе делают турки на песке. Ну а дочь моя купила турецкое мороженое. Вот мы приехали в Памуккале. Слева и справа от нас развалины античного города. Вот там гимназия находится, и проходили гладиаторские бои. Друзья, мы в Памуккале. Какая красота! Сзади открывается офигенный вид. Но ходить тут надо босиком. Мой ребенок уже визжит, что ей больно ножкам. А теперь мы идем вот по таким пещеркам. Да. И все люди идут, как будто все в снегу. Смотрите, как красиво. Вау. Да. Роду много. Вот тут такой водопад течет. Хотите узнать, что у нас под ногами? Не хотим. Вот. О. Такая водичка. Чем-то напоминает серу по запаху. Серополис. Больно ходить ногами, потому что там такие камушки, а мы идем босиком. Сейчас покажу поближе, что это такое. Тверденькая. Соль, не соль, ну кальций, говорят. Водичка здесь 36,6 градусов. Смотрите, как красиво. Я спущусь. Здесь находится еще музей, развалины древнего города. Вот смотрите, какой вид. И вот античный город. Люди фотографируются. Вон ворота. А вот там Памуккале, прямо по курсу, откуда мы сейчас и возвращаемся. А вот и бассейн самой Клеопатры. Смотрите, как он выглядит. Мы обязательно в нем искупаемся. Взяли уже билетики. И вот
такое место здесь. Говорят, когда погружаешься в воду, идут пузырьки, как в шампанском. Ну, обязательно проверим. Сзади меня находится бассейн Клеопатры. Вот такой он большой. Вот там тоже бассейн Клеопатры. И мы сейчас пойдем набирать водичку. Взяли две бутылки. Сзади меня есть колонка, краник. И мы сейчас пойдем набирать водичку. Вот туда кидают денежки. Сейчас я увеличу. Вон сколько их на дне. Люди хотят сюда вернуться. Набираем воду, качаем вот так. Попробуем. Минеральная вода с газами. Да, дай попробуем. Еще одну. Сколько у тебя их? Три. Справа от меня находится туалет и раздевалка. Гиды дают вам вот ключик, который вы носите вот здесь вот. Если ключик потеряете, $10. Сзади меня находится раздевалка. Оставляете все свои вещи и идете к бассейну Клеопатры, купаетесь. После того, когда вы разделись в этой раздевалке, приобретаете билетики, $10 один билет в бассейн Клеопатры. Вот здесь вот раздеваетесь, то есть разуваетесь, оставляете тут свои шлепанцы. Шлепки, если есть место. Мам, пойдем, где я? Вот мы и в бассейне. Вот люди сзади спускаются. Вода, температура тела 36,6 градусов. Вот. Людей очень много. Здесь где-то на пальме висят часы, чтобы вы могли искупаться. Дается 3,5 часа на то, чтобы вы посетили вот эти вот Белый Кальций, где мы были, бассейн Клеопатры и античный город. И минут 15 идти еще до автобуса, вот как петух смотрит, там памятник петуха, петух смотрит в ту сторону, вот туда идете, и там автобусы. На все про все 3,5 часа. Это дорогу в минут 15 надо учитывать. Вот, проходите под этим мостиком, и бассейн продолжается. Вот такие вот камушки сзади. Достаточно большой. Сзади меня висят часы на дереве. Вот. Вон там, вон часы, чтобы люди смогли следить за временем. Вот античный город. Вот вдалеке. Это такой театр, где помещалось много-много зрителей.